Итоги первенства по мини-футболу среди мужчин уже подведены. Во дворце спорта «Триумф» состоялся финальный матч, в котором команды, занявшие первое и второе места, боролись за главный приз – Кубок городского округа Люберцы. Как прошла решающая игра и кто стал абсолютным чемпионом, расскажем в сюжете. На протяжении месяца 12 футбольных клубов боролись за право выйти в финал Кубка городского округа Люберцы по футзалу. По итогам турнира в главном матче встретились команды Новокраскова «Дизель Харт» и «Торпеда». Игроки обеих команд показывали свое мастерство в течение всего турнира. Теперь они борются за звание лучшей в округе. Особенно сегодняшней игры, вообще финал, это два тайма чистого времени. То есть поиграем по абсолютным правилам футзала. Очень будет насыщенная на моменты, на голевые ситуации сам турнир. На поле 5 игроков. Матч состоит из двух таймов по 20 минут чистого времени. Футбольный клуб «Торпеда» славится дисциплиной на поле, что помогает контролировать игру и добиваться положительного результата. И первым счет открыл игрок под номером 20 Сергей Теплоухов. Матч для нас очень важный, мы к нему долго шли, поочередно обыгрывали очень серьезные мастеровитые команды, и для нас честь выступать в финале. Игроки футбольного клуба «Новокраскова» – действующие чемпионы первенства. За их плечами беспроигрышная серия игр. Юрий Благовещенский принес команде солидное преимущество. Забив 2 гола на последних минутах второго тайма, играющего на позиции атакующего игрока, он вывел свою команду вперед. Соперники молодцы, бились до конца. Ну, сами видели, сколько штанг. Немного удачи не было сегодня. Никогда нельзя думать, что ты сейчас забьешь. Даже когда вот последний момент, когда я убегал в пустые ворота, мог промахнуться спокойно. Ну, спасибо, что попал. Я думаю, просто из-за того, что было столько моментов, сейчас залетело наконец-то. Матч закончился со счетом 5-3 в пользу футбольного клуба «Новокраскова». Они стали победителями и обладателями Кубка городского округа. Луиза Игиазарян, Анастасия Кладинова, Денис Аугольников, телеканал ЛРТ.